Всем доброе утро, меня зовут Марина, добро пожаловать на мой канал. Я уже позавтракала, попила чай и вот вымыла голову, нанесла патчи, у меня корейские, с коллагеном гиалуроновой кислотой. А вот на 20 минут их нанесла, полежу как раз, вот, и буду заниматься домашними делами. Так что, девочки, оставайтесь со мной. Девочки, сняла я патчи, высушила волосы, уложила. Думала, полежу с патчем. Не тут-то было. В общем, решила заняться лажкой, погладила белье. В общем, вот сейчас помою полы на кухне, ну и прихожке. Вот, потому что мою часто, в общем, день через день мою полы здесь. Вот, потому что все равно, конечно, животное. В общем, почти каждый день мою, да. Без этого никуда. Вот. Ну и такие домашние дела будут, конечно, приготовить. Покушать нужно, как всегда. В общем, такая ежедневная рутина. Вот. Так что, девчонки, оставайтесь со мной. Не переживайте. Девочки, я сварила суп с курицы домашней и с лапши. Вот. У меня варится картофельное пюре. Сейчас буду жарить куриные котлеты. У меня вот фарш куриный. Здесь у меня было чуть-чуть говядины. Я говядину перекрутила, добавила лучок. Хлеб замочила в молоке, посолила, поперчила, яйцо добавила. Сейчас котлет нажарим. У меня стоит тесто на булочке с маком, турецкие. У меня уже нагрелось масло в сковороде. Вот, таких вот котлет буду делать. Девочки, нажарила я, смотрите, вот котлет, который у меня, ой, чтобы не упали, пюрешка у меня готова уже, вот, подмокла, молочко добавила, маслице, вот, и сделала салат уже, смотрите, вот огурчики, редисочка, посолила и лучок порезала зелененький, и оливковым маслом заправила. Девочки, кто обедает, то ужинает, всем приятного аппетита. И нам приятного аппетита, девочки. Девочки, будут печь турецкие булочки. Я недавно пекла их, но пекла просто турецкие. А это я сделала турецкие булочки с маком. В общем, на одну порцию, это у меня дрожжевое тесто, на одну порцию нужно 500-550, молоко теплое 160 мл, дрожжи свежие 15 грамм. Одно яйцо в тесто и одно яйцо для смазки. Подсолнечное масло 80 мл, сахар 80 грамм, соль чайная ложечка и сливочное масло 60 грамм. В общем, мне тесто уже подошло, все готовое тесто. Вот. На кофемолке перекрутила мак с сахаром. Буду посыпать. Я такие вот сделала колобки равномерные. Можно раскатать тонко. Смазываю яйцо. Так. Посыпаю.
заворачиваю. И заворачиваем. Вот. Смотри, я накрутила вот я такие вот булочки с маком, и еще вот сверху я смажу яйцо. Духовку я включила на 180 градусов разогреваться. Время буду выставлять на 25 минут. Вот какие красивые. Ну а вот остальное я вот накрыла полотенцем на вторую порцию. Сейчас буду ставить в духовку. Девочки, поставила я в духовку. Выставила 25 минут на 180 градусов. Все, будем ждать. Девочки, достала я свои булочки, смотрите. Выпекались 23 минуты. Выставила 25 за 23 минуты. Вот смотрите, какие румяные, красивые. Все, буду закладывать вторую порцию. Вот наша барышня спит, храпит. У нее такой бешеный инстинкт в нашей быти. Вот она, котята. И она вот уже сколько дней 10 начала вот возле коробки сидеть, охранять вроде. А теперь дней 5 уже вот она Бетти не пускает вообще коробки. Бетти только идет, она переграждает ей путь и все, и не пускает ее. Сын подошел, она на ноги кидается. Вот такой у нее инстинкт бешеный. Охраняет, ночью спит возле коробки, никого не пускает. Мамаша. А еще где пятый? Четверо. Ну, вот. Вот наши маленькие котята, Беттины деточки. Красотулечки. Им уже 3 недели. Вот они хорошие. Вот им 12 апреля будет ровно месяц. Вот они уже стали ходить по коробке. Уже с коробки вылазят. Ну, месяц начнут уже кушать.
Ой, деточки такие хорошие, да? Вот они такие хорошенькие деточки. Сколько мы считали? Три мальчика, да? Две девочки? Два мальчика. Два мальчика, три девочки, да? Да, вот. Три серых. Один вот как Бетти, но светлее. Вот мальчик такой светленький. Ушки пепельные и хвостик. И один трехцветный. Когда родился, он такой был некрасивый. Сейчас он какой красавчик. Да? Вот какой красавчик. Вот он какой красавчик. Вот, деточки. Ну все, давай будем коробку ложить. Пусть тут. Я попарила ноги свои, почистила хорошо и одела педикюрные носочки от Faberlic. Вот так вот, вот так, упаковочка вот такая вот. Экспресс-носочки для педикюра. Быстрый эффективный педикюр, интенсивное увлажнение и питание кожи ног, естественное восстановление ногтевой пластины, смягчение кожи и кутикулы. Содержит масло шиф, гиалуроновую кислоту и масло шиповника. Очень классные носочки, можно их применять. Вот так вот они выглядят, сейчас вам покажу, я их одела. Вот. Они там пропитаны кремом. Мне они безумно нравятся. У них после применения этих носочков кожа, в общем, пропитанная кремом. Получаю расслабляющий эффект. Ну, в общем, эти носочки я потом сниму. Аккуратно их так плотно замотаю. И еще раз можно их применять. Ну, на третий раз не столько много крема, но все же. В общем, два раза это точно можно применять. Обожаю эти носочки. Все. Шла вот полежу. Вот такой у меня ход. Девочки, ну и решила я еще одеть вот перчатки. Тоже. Это тоже из линейки Pro Руки. Вот такие перчатки для экспресс-маникюра. Быстрый эффективный маникюр, интенсивное увлажнение и смягчение. Уход за кутикулой. Содержит кокосовое масло, пантенол. Тоже надевается на 20-25 минут. В общем, особенно у кого сухая кожа рук. В общем, эффект потрясающий. Вот. Вот эти, насколько они пропитанные. И себе бяку сделала. Не знаю, где-то обошла вот руку и не почувствовала. Покраснение пошло. Вот, намазала. И сейчас одену. Вот. Смягчу. Особенно у кого девочки сухая кожа рук, это очень большое спасение. Увлажнение на ночь. Как раз я уже ничего делать не буду, уже поздно, уже почти 10 часов, без 5-10. Вот. Прошло, девочки, вот 20 минут. Снимаю я. Смотрите, насколько все пропитано. И остатки сейчас все. Вотру кожу. Вот. Смотрите, какую себе гадость сделала. Барышня наша спит. Получила сегодня удовольствие и спит. Ну все, девочки. Всем спокойной ночи. Подписывайтесь на мой канал. Будьте любимы, счастливы. Всем пока-пока.